Итак, ну что, продолжаем проходить. У меня сейчас все, вебку я отключил, потемнело там что-то, ну, короче, сейчас дождь пойдет, ветер, в общем. Ну, время как бы 5 часов вечера, сейчас не хочу пока свет включать, посижу маленько в темноте, так сказать. Сейчас часика поиграем. Так, ну что же, мне интересно, если мы попадем в портал, назад мы сможем вернуться или нет? Ну ладно, сохранение есть, пробуем. А, смотрите, мы попали в логово архиепископа Лазаря. Так, смотрите, мы попали, получается, в логово обратно в церковь. Интересно, можно ли вызвать портал? Это интересует вопрос. Ладно. Я проверю, можно ли вернуться. Да, можно вернуться без проблем, тогда загружаемся и погнали. Ладно, ну я думаю, все поклонники Диабло знают, кто это. Очень приятно вернуться обратно в церковь. Ад мне маленечко поднадоел. Как-то вот по таким локациям бегать поприятнее. Посмотрим. А, так, секунду, а я не могу туда забежать, что ли, денежку забрать? Нет, не могу. Опа, вот это да. Не могу. Ну ладно. Так, мне нужно купить ману и щит применить. Ага. Так, двери. Опа! Адвокат! Это какие-то маги новые. Ага. Опа! Они исчезают. Ох ты! Ничего себе урону наносит. Вот это да, интересно. Так, книга зла. Надо, наверное, почитать. Да, почитаем. Почему-то я нажимаю на нее. Опа! А, вот я появился на карте, понятно. Так, выпало какое-то кольцо. Лечимся. Где оно выпало? Я явно слышал, было зву ну, был звук кольца какого-то. Так, у меня есть магия, чтобы посмотреть предметы. Да, вот поиск. Да, вот оно колечко. Забираем. Колечко не исследовано. Да, надо исследовать. Ну ладно, попозже тогда. И вот тут еще денежка. Ага, по. Что-то я попал сюда. Интересно, здесь у нас получаются такие тупички. Ага, и можно выйти. Так, а если встать в центр, но ничего не происходит, просто краснеет. Ну ладно, тогда идем дальше. Меня очень радует, что не улетает. Фу. Не хотелось бы. Ну ладно, больше я на книжку эту читать не буду. Побежали дальше. Как бы обходим с другой стороны. Прикольно. Так, это у нас кто? Ой, их там сколько? Ой-ой-ой-ой-ой. Не, отбегаем, отбегаем. Блокады. Да, нехилые монстры ставят. Так, еще одна книжка. Нет, пока читать не будем. Глянем, что у нас здесь. А, я так понимаю, это у нас с той стороны выйдет. Ну, сейчас посмотрим. Ага. Понятно, такой круговорот получается, да? Ага, ясненько. Аккуратно, аккуратно. Так, и там у нас выход, ясно. Так, ну карта-то небольшая получается, то есть вот она всего-навсего такая.
Значит, ладненько, идем читаем книжку. Юрий, как тебе бокс? Какие у тебя ощущения? Расскажи, а то у меня тут и так все печально. Как ты там вообще? Передай свои чувства в сообщении. Так, ну и попал я сюда, а дальше? Так, я что-то не понял, а куда идти? Ага. Ну и для чего я сюда попал? Все это, конечно же, очень интересно. Ничего не происходит. Может, где-нибудь... А, да, надо как-то сюда попасть. Скорее всего, туда, да? Здесь проход. Все это очень странно. Андрей, бокс крутой, все нравится. Есть проблемы с вибрацией, верхние бампера неудобно. А, ну Юрий, помнишь, я тебе сколько раз говорил, что насчет бамперов, сколько я мучился, помнишь? Сколько раз не срабатывало у меня через раз. То есть у тебя такое же, да, ощущение? Понятно. Так, а куда идти-то? Почему? Что-то я чуть-чуть понял. Почему тупик-то? Оставь свои глупые попытки. Тебя ждет страшный гнев моего повелителя. Поздно. Ты уже не спасешь ребенка. Ты пойдешь вместе с ним прямо в ад. Вот это да, вот это... Дисков Лазер, это босс. О, так он там не один. Так, вот. Так, сохранимся на всякий случай. Вынесли. Фу. Фу. Так, нам нужно... В принципе, справились хорошо. Так, применим магию, которая нам покажет, где какие вещи упали. Упало очень много. Ага, вижу. Так, собираем все, что есть. Зелье маны, бронежилет. Широкий топор. О, утренняя звезда, легендарный. Да, помню так же. Ну да, понял, теперь понимаешь, да, Юрий, о чем я тогда говорил на трансляциях. Так, и что? Закрылся квест, а дальше куда? Так, еще раз применим магию, может где-то еще что-то потерял. Не, вроде больше ничего нету, да? А, нет, вот бронежилет твердой кожи. Ага.
Так, и что? Куда идти? Тишина такая, да? То есть я также слышу все тихо, никакой музыки нету. А, портал в уровень 15. Ага, открылся портал. Так, ладно, интересно. Ой! Ладно, появился обратно. Как-то очень странно вот эта тишина такая. Я так понимаю, это все, что вот это от него осталось. Вот это пятно, да? Я же его здесь убил, да? По-моему, вот это вот пятнышко. Да, по-моему, да. Не, ничего нет. Все собрал. Да, нет ничего. Ну, все, побежали в портал. Тишина такая, тишина. Сохраняемся и ныряем. А, вниз к дьяволу. Ага. Портал в темное. Так, секунду. Еще раз сохранюсь. А, понятно. Это я здесь же оказался. Ясно, ладно, загрузиться. Так, ну что же, к дьяволу ныряем. Я думаю, наверное, вряд ли мы сейчас. Я надеюсь, отсюда можно будет уйти. А, ну да, можно будет по-любому. Можно же будет вот так вот. На уровень 15 спокойно. Ага, понял. Так. Сейчас мы здесь походим, но Диабло мы сейчас убивать не будем. Или попробовать. Мне интересно, где он будет. Ладно, подзачистим, посмотрим. По-любому он будет не один. Ну, я мне так кажется. Как бы, то, он, кстати, дьявол был только в третьей части один. Один. Во второй части там, я помню, были прислужники. Ой-о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 й
Это в 7. Эх, не очень задачно. Не хватает маны. Все, попробуем отсюда вынести. А, он один пришел только. Остальные пройти не могут. Ладно, сохраняемся еще раз. Аккуратненько. Так, что-то упало. Шлем. Свиток лечения, отлично. Так, у нас места нету, но это шляпа, выкидываем. Эх, ну что ж ты по ним не попадаешь-то, а? Ладно, потихонечку. Чем-то походит, как со второй части. Прислужников много. Прежде чем до Диабло дойдешь. О, смотрите, тут пространства какие. Так, ладно, сейчас здесь полутаем. Посмотрим, что есть. Ой. Кстати, нехило.
Хоть у нас резисты стоят, да? Сохраняемся, но все равно. Больновато. Да, пространство дикие. Интересно, где будет сам босс. Сохраняемся. Уже терпимый. Смотрите, одели пару шмоток, уже нормально. Терпимо с ними даже в ближнем бою воевать. Уже помощнее. Но еще бы хотелось бы лук мне новый найти. Чтобы, видите, она мажет. Не хватает, видать. Маслом я увеличивает попадание. Видать, не хватает. Уровня, скорее всего, лука, что он как бы у нас не очень хорош. Так, что у меня там по-прежнему на улице темно, ну ладно. Дождусь там. Интересно, а если Диабло убить, игра закончится или аддон можно будет продолжать? Эй, что-то я как-то маленько ломанулся. Нет, 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 не пойдет. Интересно, откуда Диабло выбежит? Во второй части-то я как бы знаю, где он. Вот. В первой части... А, рычаг какой-то. Не вариант. Входим. Светоключение. А, у меня нету... У меня даже нету больше маны. Так, все, но нам нужно в город возвращаться. Я надеюсь, что мы этих сейчас вынесем. Попробуем. Рискну я. Да убивать вот здесь, в центре. Нечем лечиться, нету маны. Ага, убили, отлично. Здесь вот у нас какой-то рычаг. Но я на него нажимать сейчас, разумеется, не буду. Меня нечем будет убивать, если появится Диабло. Так, все, совсем чуть-чуть жизни. Сейчас я еще сбегаю вот сюда вот вниз. Проверю, что здесь внизу. Ой-о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 й
Диабло. Уходим. Уходим, закупаемся. Полечимся. Так. Квеста у нас никакого никто не, нет. Может, кто-нибудь даст что-нибудь, с кем-нибудь поговорить? Приветствую тебя. Добро пожаловать в таверну Восход. Твой рассказ заставляет содрогнуться. Лазарь будет гореть в гиене огненной за свои черные дела. Тот мальчик не похож на нашего принца, но я думаю, что Альбрехту все еще грозит смертельная опасность. Символ, о котором ты говоришь, очевидно, является порталом в самое сердце лабиринта. Знай же, друг мой, зло, против которого ты сражаешься, это порождение темного повелителя ужаса, имя которого Диабло. Много столетий назад он был заключен в плен внутри лабиринта. Я боюсь, что он ищет способ опять посеять хаос в мире людей. Тебе необходимо пройти сквозь тот портал и уничтожить Диабло, пока еще не поздно. Ага. Здравствуй, друг мой. Послушай мои рассказы. Я так понимаю, если убить Диабло, то, скорее всего, все, что вот это на полу, может пропасть, да? Ну, логически. Так, звезда какая. Ну, это у нас для воина.
броня, нет, это вообще что-то слабенько. Кольцо гармонии, вы... Быстрейшая поправка. Ну нет, это как-то не очень. Здравствуй, друг, мой рассказ заставляет содрогнуться. Лазарь будет гореть в гиене огненной за свои черные дела. Тот мальчик не похож на нашего принца. Но я думаю, что Альбрехту все еще грозит смертельная опасность. Символ, о котором ты говоришь, очевидно, является порталом в самое сердце лабиринта. Знай же, друг мой, зло, против которого ты сражаешься, это порождение темного повелителя ужаса, имя которого Диабло. Много столетий назад он был заключен в плен внутри лабиринта. Я боюсь, что он ищет способ опять посеять хаос в мире людей. Тебе необходимо пройти сквозь тот портал и уничтожить Диабло, пока еще не поздно. Да, последний квест, я так понимаю. Ну отлично, поговорим со всеми. Эй, я могу тебе помочь. А, насчет Диабло не... Так, он знает. Так, мы продаем вещи сначала. Купить, нам бы лук, нам бы лук. Нет, к сожалению, лука нам не дают. Это печально. Эй, я могу тебе помочь. Ну, может, Вир даст, а странно, а почему нам... Не знаю, ладно, помочь. Он с нами не хочет насчет Диабло говорить. Тебя. Добро пожаловать в таверну Восход. Тоже не хочет. Пипин. Что у тебя болит? Нет, никто. Ну ладно, покупаем здоровье, таримся. Так. И... Добрый день. Чем я могу служить? Не, не хотит. Ладно, бежим к Вирту тогда. Посмотрим, что он нам предлагает. Я не знаю, убивать ли Диабло сейчас, потому что если игра закончится... Будет печально, у нас все на полу пропадет. Латы мамонта, здоровье 74, броня 43. Также он с нами не хочет ни о чем говорить. Жаль. Ну, сейчас проверим. Я перед самим боссом сохранюсь, постараюсь. Проверим, что будет. Потому что, когда начинаешь новую игру, все пропадает. У тебя именно то, что валяется на полу. Поэтому, если это так, то мы пойдем сначала пройдем вот это вот продолжение Hellfire, а потом уже убьем Диабло. Я чую душу в поисках ответов. Так, ману нам надо. О, что-то как-то я подназатарился. Так, свиток выпускает. Так, вот это надо я продать. Я чую душу в поисках ответов. И нам нужно будет у него купить свиток портала города. Кстати, я так не нашел это. Не свиток, а книжку портала в город, чтобы постоянно не покупать свитки. Что-то как-то не видел. Ну да ладно. Так. Пойдемте выкинем монеты и в путь. Вон уже сколько накопили монет-то, а? Да, выкидывай, я хочу выкинуть вот сюда. А, хотим, да? Так, все, разложили. Побежали. Сначала подзачищаем. Посмотрим, сохраняем игру. Угу. Сбегаем. Прежде чем нажимать, сбегаем вниз. Thank you.
себе, как тут жарко. А, жарко, я забыл применить щит. Ага, ну ладненько. Бутылок полно. Так, сила 55. Живучесть 39. Ладно, прибавим одну к живучести, да? Угу. Ну и на ловкость, наверное, прокачаем. Так, сохраняем. А, было чего, не было? Так, где у нас тут сечение умения? 6 и 7, на 7 клавиши заняты, по-моему, да, да, заняты, да, на F8. F8, угу. А, видите, сколько всего выпало, кажется, интересно. Так, сохраняем. Корона! Там, оказывается, не тупик, там еще есть место. Я не могу нести больше. Как так? Посох не очень. Вот корону заберем, может пригодиться. Ну, а хотя, думаю, она все равно хуже нашей. Так, еще можно еще ниже. Ой-ой-ой. Так, все-таки давайте рискнем. Нажмем на рычаг, что будет. Проверим, да? Сохранить. И что? Нажал я на рычаг, но... А, вот открылось что-то. Вижу, вижу, вижу. Ага. Вот сюда вот можно попасть. Так, глянем, что у нас. Юрий, дружище, ты здесь? Напиши, как дела со звуком. Может потише, погромче, как меня слышно. Потому что сейчас стоит Windows 10, новые драйвера на звуковую карту, мало ли. Нету ли никакого эха от меня? Шевеление. Ага, еще один рычаг. Так, посох огненного. Так, еще один рычаг. А, все нормально. Ага, спасибо, спасибо. Так, что открылось? Так, вот теперь я не вижу, что открылось. Ага, так, интересно, еще один рычаг. Давай. Интересно, для чего? Непонятно, да? Ну ладно, тогда уходим отсюда. Скорее всего, что-то откроет там снизу. Где мы еще карту не открыли. Но не факт. Я помню, да, я даже помню, что в Диабло во втором там тоже перед самим боссом нужно было как бы рычаги открывать, нажимать, чтобы босс потом приходил в самом конце. Своими прислужниками. Так, ладно, тогда бежим вниз. Вниз. Для чего тут рычаг? Да, здесь ничего. Но здесь я не вижу ничего, чтобы открылось. Нет ничего. Ладно, уходим. Кстати, игра перестала вылетать. Меня это радует.
тяжело-то стало, а? Вот эти вот враги-то такие сильные. Так. Вот я понимаю, в какой, кстати, игре Steam Controller ломать. Это вот в этой. А, кстати, Юрий, не слышно, как я нажимаю на мышку? Потому что тут каждый выстрел, это каждое нажатие на клавишу мыши. Это просто жесть. Ох ты, Сет Гараж. Элитный монстр. Ой-ой-ой. Отлично, вынесли. Так, щит магик. Посох. Ну ладно, посох-то нам зачем? Это для мага. Снова дикие пространства. Я думал, здесь уже тупик. Здесь еще и конца края. Не видать! Не видать, уходим. Кстати, я думал, здесь, наверное, откроется. Нет, не открылось. Там, видите, помещение в середине. Явно есть. По-любому. Так, сохраняем. Да, так, держите. Нормально. Так. Фу, подводим итог. Собираемся бутылочкой вместе. Сейчас будем, наверное, маной пользоваться. Так, обойдем вокруг, глянем. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, как вас там много, а? Маш, пожалуйста. Так, еще один рычаг. Отходим, отходим. Не получится. Эти рыцари сильные. В принципе, мы их нагибаем. А-а-а, чуть не нагнули. Там бутылочек жизни нету. Да сколько вас там? Ладно, обойдем. Как-то здесь тяжело с ними. Что... А, здесь они вокруг сидят. Вон они здесь где как заходились, понятно. Ага, ясненько, так. Главное завести их в тупик. Так, у меня нету больше жизни, но у меня есть мана. Так. Тяжесть. Хватает маны, убили! Нет, не убили. Ё-моё, чё так косишь-то, а? А? Тяжело попасть, тяжело на самом деле. Так.
попало, да, а вот свиток определения. А, свиток волшебного щита. Можем, пусть будет. Ах ты, ах ты, ах ты, забегали. Они, походу, все там прячутся, посередине, да. Прям затаились. Нас... Да, представляю, как в этой игре тяжело играть магом. О, руна камня. 100 лет уже руны не впадали. А, я по нему не попадаю. Смотрите, они по мне попадают, а я попасть не могу. Попадаю в завал. Ладно, обойдем с этой стороны. Запрятался, а. Готов? Лечимся. Эти сразу исчез, сразу исчез. Только я на него навелся. Ага, готово. Сохранить. Мало ли вылетит. Так, еще один рычаг. Но сначала надо всех замочить перед этим. Его нажимать, я так понимаю, уже подходим. Закрытый шлем. Нет, отходим, отходим. Не получается с этой стороны. Походу теперь они здесь затаились. Да. Отлично. Так, рычаг один. Я вижу два рычага. Да, види, попадаю по этой стойке. Понимаю, попадаю, надо обойти. А, два рычага. Так, два рычага, я так понимаю, что карта все. И скорее всего там, вот в этой, вот здесь, вот именно сам Диабло. По-любому, по-любому. Так, сохраняемся и пробуем нажимать. Так, что открылось? Ничего не открылось. То есть нужно привести в действие. Да, открылись. Открылся. Или открылась, более правильно, местность вот в этом районе. Ну что же, я так понимаю, здесь босс. Сейчас нам явно его не вольнуть, потому что у нас ни жизни, ничего нету. И как человек нам с Гудгейма посоветовал, что пройди сначала продолжение, а потом уже приди и вольни Диабло. Да, вон он, Диабло, вон он, вижу, да. Сейчас я вам покажу. Вот он. Видите, красненький, вот он, сам Диабло. Да, со своими прислужниками, как и во второй части. Отлично. Так, ну все, тогда портируемся в город. Сейчас нам его убивать не надо, потому что если мы... Ну, мне сказали, как ты убьешь Диабло, игра закончится. И все, что ты копил, все... Ну, ты сможешь потом не загрузиться, а только новую игру начать. Так. Здравствуй, поэтому сейчас друг мой. Побегаем в продолжение. Послушай мои рассказы. Смотрим, что там, прокачаемся, а потом уже пойдем к самому Диабло. Так, корона. Ну, корона явно хуже. Ну, и посох мне тоже не нужен. Так, глянем, что есть. Эй, я могу тебе помочь? Так. Дайте, дайте нам. Смотрите, лук совсем не продает. Раньше как-то продавал. Нет, все для воина. Все для воина продает, к сожалению. Да, по-любому оставим. Подадим. Так, портал города нужен. Так, ну что же. Бутылочки покупаем. Что у тебя болит? Так, отлично.
Так, сбегаем к Адри, продадим посох эту штуку и поговорим с новым персонажем. Феодона Пламя Ада. Ну или Hellfire по-английски. Я чую душу в поисках ответа. Так, руну продадим. Посох надо тоже, нам не нужен. Так, и ману мне надо купить. Хватит. Ага. Ну все, отлично. Поговорим вот с этим. Даже не знаю, как его правильно назвать. Фермер Лестер. Коровы. А, так это о тебе. Все говорят, как о герое. Сможешь ли ты помочь бедному простому фермеру? На краю моего сада, немного южнее этого места, из земли вылазит ужасная штуковина. Я не могу подойти к своему огороду и к стогам сена. Мои бедные коровы подохнут с голоду. Ведьма дала мне вот это и сказала, что им можно снести ту нечисть напрочь с моего участка. Если ты сможешь ее уничтожить, я буду вечно тебе благодарен. Я бы и сам это сделал. Но я должен присматривать за коровами. Его больше нет? Тебе удалось отправить его в преисподнюю, которая его породила. Что? О, только не говори, что ты это потерял. Такие вещи стоят недешево. Найди эту вещь, а потом взорви ту ужасную штуковину. Ага. Так, я так понимаю, сад фермера. Так это тебе. Да, дал задание. Руна бомбы какая-то. Так, посмотрим. Руна бомбы. Ну, сбегаем, поговорим. Что насчет этого наша. Ну, поселенцы смогут адрес, к примеру. Я чую душу. Нет, им диалогов не прописали. На Hellfire. Этот аддон в свое время выпустила Sierra Online. Да, сюда. Так, ну прежде, ну-ка, подойдем-ка. Здравствуй, друг мой! Не, они вообще... Ну, кстати, Кэн, Декарт с нами я только на Диабло, а другие так с нами вообще разговаривать не хотят. Пришло время проснуться. После долгой спячки мы очень проголодались. Очень скоро мы утолим свой голод. Не послышалось, вроде сказали голос, а там голод было. Ну ладно, не суть. Разлитель. Так, нет, уходим. Поговорим с фермером, может, он еще что-то нам даст задание. Интересно, сколько здесь квестов будет в этом? Я слышал взрыв! Огромное тебе спасибо! Что за времена настали? Из земли лезет всякая нечисть, монстры заполняют церкви и всякое такое. Я всего лишь бедный фермер, но вот, ну вот, прими это вместе с моей благодарностью. О, смотрите, кольцо дал. Золотой амулет. Помещается X2 золота. Ага. Не понял. У тебя 1703 золотых частей. Сколько ты хочешь убрать? Не хватает маны. Чуть не понял. А, еще я с фермером больше не могу поговорить? Да, растлитель, задание и все. Так, сколько ты хочешь убрать? Это, наверное, чтобы сюда убрать золото. Ну-ка. Ну, к примеру, 10 монет. А, нет, это просто разъединить. Не хватает маны. Золотой амулет. Амулет, конечно, лучше, а вот что вот это... Наверное, помещается X2 золота ко мне. Сюда. Ну, скорее всего. Может быть, нет. Так, ладно, что гадать? Погнали, пройдем мы аддон. Да, сейчас мы сделаем катик. Маленько отдохнем.
и продолжим Hellfire. Ну а уже потом, конечно, под конец мы вальнем Ярла. Так. Эй, я могу тебе помочь? Насчет, кстати, DLC никому ничего не прописали. То есть сделали просто. Так, вот это мы возьмем на босса. Что у тебя болит? Ага, ничего. Ну ладно, ничего страшного. Ну все, я думаю, здесь амулет пусть будет с нами, деньги тоже. Сначала поиграем, посмотрим, что там вот в этом у нас гнезде есть интересненько, но потом уже пойдем на убийство дьявола. Чуть-чуть отдохну, минут 5. Кто в записи посмотрит, всем спасибо. Вот такие дела. Дьявола убьем в следующий раз. Сначала проиграем Hellfire. Ладненько, Юрий, если ты здесь, скоро продолжим. Обязательно проходить. Ну да, вижу, есть люди в чатике. Минут через 5 вернусь. Всем до встречи.